Разрабатывать предпроектную документацию для Самарского стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 готовы три компании, в том числе из Санкт-Петербурга. Все они заявляют цену в два раза ниже максимальной стоимости контракта. Это почти 5 миллионов рублей. Напомним, что в мае этого года заявленная цена составляла более 1,5 миллиарда рублей, но в июле заявку отозвали. Тогда губернатор Николай Меркушкин прокомментировал такой шаг новыми рекомендациями от комиссии ФИФА, а также тем, что строительство на всех этапах должно быть финансово прозрачным. Именно в предпроектной документации будет указана предельная стоимость проектирования и строительства стадиона. По новым условиям конкурса подрядчик должен будет уложиться в 60 дней. За это время победитель разработает как минимум три варианта планировки стадиона и возможность использования его после Мундиаля.